ФБР, я ФБР, знаешь, как называю в последнее время? ОПГУ. Главное политическое управление демократической партии. К сожалению, да, ФБР потеряла свой, потому что это была одна из самых, самых, как можно сказать, кристальных организаций, куда шли служить. Я сам шел в ФБР служить, но в конце концов я остался на службе во флоте. А это было очень престижно там быть, это были одни из самых, это монахи были, знаешь, там все были высокообразованные люди, они все были или бухгалтеры, или у них были какие-то профессии, или в медицине они имели профессию, или они были в основном все юристы, но они работали, служили за копейки, потому что это давало им честь, это давало очень много престижа быть агентом ФБР. Но, к сожалению, они потеряли это сейчас, и им это обратно получить, такой статус в обществе, я думаю, займет очень-очень долго, если кто-то там не начнет совершать какие-то подвиги, как они это делали раньше. Это были неподкупные, преданные Конституции, преданные флагу люди. И я надеюсь, что среди молодежи там еще осталось, но вот эта верхушка, конечно, там гнилая.